А вот еще одна новая дорога. Здесь у нас кладбище Русино. Вот здесь начинается новая дорога для велосипедистов. Даже обозначение есть, и она широкая, асфальтированная новая дорога. Поедем, посмотрим по ней. Немножко расширили. Тут была совсем такая тропинка узкая. Расширили, сделали отличное полотно. Гладенькое. Сейчас прекрасно здесь ездить. Конечно, это кладбище сейчас просто идеально. Раньше ехал и боялся, что машины выталкивали тебя все время на обочину. А сейчас по закону все. Есть обозначение. Где-то метра полтора, наверное, эта дорога. Дорожка для велосипедная. Прекрасно. Она появилась недавно, потому что я был в марте, в апреле, ну пару месяцев, буквально за последних пару месяцев появилась эта дорога новая. Вот ходит автобус тут. Еще у нас 21-й. Сейчас хорошо на велосипеде. Прекрасно. Показано там станция. Витебский лес. Слева железная дорога. Через 5 минут будем в Барановичах.